Памятники святым Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака, есть во многих городах России. Одна из самых известных скульптур в честь этой пары находится в родном городе супругов Муроме. Ее автор Константин Чернявский. Возможно, в ближайшие годы Константин Радиславович создаст еще один монумент Петру и Февронии, на этот раз в Сарове. Я думаю, все будет плодотворно. Город замечательный, места красивые, которые вот мы смотрели. Естественно, материал бронза, гранит. Это сразу я могу сказать. Небольшое представление возникло вот в процессе нашей беседы. В своей мастерской в тиши я уже буду разрабатывать более подробно, более детально. С идеей установить в Сарове памятник Петру и Февронии выступил депутат городской думы Александр Тихонов. Его предложение поддержали на разных уровнях и создали рабочую группу. На сегодняшний день есть уже 12 эскизов. Возможно, после визита скульптора появятся и другие варианты. Насчет места тоже пока нет определенности. Мы определили для себя ряд территорий, которые, на наш взгляд, могли бы быть использованы для установки скульптурной композиции. Сделали некие рисовки туда, чтобы визуально представлять, как это выглядит. Мы все эти территории посмотрели, обсудили и круг немножко сузили. Сегодня лидерами являются территории на улице Менделеева, недалеко от храма царственных страстотерпцев, и пространство у Висячего моста. Но это не означает, что в процессе работы будут прорабатываться только эти две территории. Но сегодня они пока лидируют. Однако, когда в Сарове появится памятник покровителям семьи, пока непонятно. Неизвестен и источник финансирования. Стоимость скульптуры будет зависеть от многих факторов. Для начала место и концепцию памятника власти будут обсуждать с горожанами. Идем планово. И главное, что у всех есть настрой. Значит, мы все чувствуем, что почувствовали, что такой памятник скульптурной композиции городу нужен. Екатерина Апенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.